Всем привет, ребята, с вами Борода, это канал Ninavi, Just Wire Tokyo и глава 2. Мы продолжаем проходить игру. Так, что у нас здесь новенького? Якитори. Там что-то есть? Какая-то еда. Пища и исцеление. Еда и напитки восстанавливают здоровье. Кроме того, они дают небольшой постоянный бонус к максимальному запасу очков здоровья. Чтобы быстро употреблять пищу, откройте меню вещей и добавьте нужные предметы в меню быстрого доступа. Окей. Туман так и не рассеялся. Держись от него подальше. Сдохнешь еще. Окей. Так, наконец-то мы можем что-то лутать. Поэтому нужно быть повнимательнее и собирать все, что мы можем. В дальнейшем, я думаю, это нам однозначно пригодится. Но на этом зацикливаться, конечно же, не будем. Кстати, здесь можно машину забрать. Выйди из него, живо! Опасный туман. Туман высасывает вашу жизненную энергию. Если вы дорожите своей жизнью, здесь лучше не задерживаться. Окей. Понял, принял. Надо же было попробовать, правильно? Так, Якитори заберем. Пригодится тоже. Оп. Так, Мэки. Желтые эфирные кристаллы. В Сипуе вам будут попадаться сияющие желтые эфирные кристаллы. Если разбить такой кристалл, из него выпадет горсть Мэйка. Валюты, которая вам обязательно пригодится. Хорошо. Так, все больше и больше нам нужно заострять внимание на различных предметах. С одной стороны интерес, с другой стороны усложнение. А что это? Подойди-ка ближе. Хорошо, сейчас подойдем, надо посмотреть. Тут ничего нет, вроде все. Потому что текст читать нужно, осматривать все нужно. Ну и, соответственно, это как бы немного усложняет задачу. О, привет! Я уже тебя видел. Так, а с этих что-то не высасывается, да? Тихо будь. Ух ты, это было неожиданно, согласен. Давай, иди-ка сюда. Отлично. Лови. Все, ты умер. Хорошо, еще один. Сбил. Отлично. Все? Нет, не умер. Ты что не умираешь-то, алло? Давай, забрал ядро. Не получилось. Окей. Все, закончил. Теперь осмотри врагов. Как осмотреть, если тела-то уже нету? Ну ладно. Немного даже получил дамага в этот раз. Долбанный ящик. Хорошо, пошли. Что он здесь увидел? Волшебный сад какой-то. Быть что-то типа магазина, наверное. Зажать, очистить Тори. Так, очищаем. Так, ну какой-то храм, это скорее всего будет либо просто почивальня, либо магазин какой-то для улучшений. Хорошо, значит мы можем очищать врата. Шон, зайди на минутку в святилище. Катасира может пригодиться. Хорошо, взял. Хорошо. Забрал? Молодец, можем уходить. Кагура Судзу. Инструмент из колокольчиков, с помощью которого служительницы синтойских святилищ призывают богов, исполняя ритуальный танец Кагуру. Хорошо. Ну и все, да? Здесь больше ничего нету. Но, я думаю, мы здесь сможем как бы прятаться. Вдруг у нас будет какая-то заварушка. Возможно, они не смогут входить в этот храм. Или что-то в этом духе. Не знаю. Почему бы и нет? Я думаю, это имеет смысл. Так, хорошо, нам туда незачем идти. Тут есть кое-какой подъем наверх.
Песик, ты хороший или нехороший? Ты видишь, на что он лает? Вон, смотри. Тихо, 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 опять пакуют. Давай туда. Мы еще успеем помочь. Я иду. Эти твари уже и так почти всех переубивали. Все? Не, не все. Смотри, ну это почти все. Я тебе говорю, ты почти все, иди сюда. Отлично, и ты тоже иди сюда. Оп, вот так вот, все, давай тут поспи, окей. Мы пока этого парня освободим. Отлично. Видимо, это туман превратил их в духов. Давай посмотрим, можно ли им помочь. Для начала достань Катасира. Так. Юма-фа-фа-фай-зай, юма-фа-фа-фай-зай. Оп. Их туда затянуло. Значит, все получилось. Уже хорошо. Теперь найди телефонную будку. Они еще где-то остались? Вот, как раз и узнаешь. В базу данных добавлена новая запись. Моя база данных. Так, телефонная будка у нас отмечена вот здесь. Это значит нам сюда, да? Да, совершенно верно. Окей. Значит, где-то тут и будет. Музыка везде играет, так тыц-тыц, кайфово. Так, изображение недоступно. Японский календарь. Сюбюн но хи. Дата вычисляется по лунному календарю, примерно 23 сентября. Государственный праздник Японии, также известный как Хиган, а на западе как день осеннего равноденствия. По поверьям, в это время мир духов находится ближе всего к миру смертных, поэтому многие навещают могилы своих родственников. Окей. Еще одна ненужная информация. Спасибо. Пошли дальше. Так. Что это у нас тут? Используем свой Юма-фа-фа-фа-изай. Отлично. Так, опа. Это мы знаем. Денежка. Не, ну слушай, я уже втянулся нормально так в игру. Уже кайфовчик. Уже у меня шуточки сейчас пошли. Главное не перестараться. А то любители игры налетят еще. Юма-фа-фа-фа-изай. Оп. Не, слушай, надо и себе такую штуку сделать. Что там, у меня где-то бумага была. Вырежу. Ангелочка буду ходить. Но боюсь, если я буду ходить так по городу, меня не поймут. Так, хорошо. Телефонная будка. Не теряем. Нет. Потом объясню. Не задерживаюсь. Да в смысле не задерживаюсь? А ты сейчас объясни, что это такое? Такое ощущение, что кто-то на него что-то сделал, короче. Так, будка, 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 бабло. Что-то слышал. Иди-ка сюда, слышишь? Чё там стоишь? Да-да, я тебе говорю, иди сюда. Оп. Камон. Отлично. Как никого и не было, слушай. Кстати, ХП само по себе вообще не восстанавливается. Это не работает. Это что такое? Не кошка, а Экай. Видимо, решил, что может не скрываться, а раз людей нет. Привет. Человек менял в магазине. Много разного товара на продажу. Смотри, не стесняйся. Прикол. Так, ладно. Кот-торговец. Окей. У нас тут есть Катасира, Ангел. Я не знаю, зачем мне он еще раз. Он, возможно, он типа одноразовый какой-то, если мы в телефонной будке его используем. Собачий корм и прочая еда. Ну, в принципе, кроме еды здесь больше ничего и нету. Намасте. Пойдем. Будем знать, что в магазинчик можно будет... забежать за едой, если что. Так, там туман. Туда уже не пойдешь, точно. Так, можно по мусоркам пошариться. Так, что у нас тут? Ты откроешься? Но там ничего нету. Хорошо.
А карта? Я вот думаю, ну это же получается, это храм тут был, да? А, нет, я вообще не туда ушел. Все, я понял. Я не в ту сторону пошел. Ну, сейчас мы уже тут досмотрим. Все-таки интересно, что... А, нет, кстати, смотри, телефонная будка. Все-таки туда пошел. И что теперь? Возьми трубку, я наберу. Давай. Я не запомнил. А что это? Эд придумал. Теперь приложи сюда катасира. Так духи, которые стали жертвами тумана, попадут за завесу и вернутся в тело. Через телефон? Ах. Это он. Зря стараешься. Только я могу помочь всем этим страдающим душам. Не мешай мне. Щелк. Ты не сможешь их спасти. Ух. Не мешать ему, значит. Пойдем, вы вытащим из Сибура столько духов, что он рыдать будет. Так, 512 из 240 тысяч духов переданы. Охренеть, сколько нам надо еще духов передать. Идем дальше. Следующая остановка Югензака. Окей. Интересно, что это? Маска льва. Головной убор исполнителя танцев льва. И зачем она мне, спрашивается? Устройство для передачи духов. В телефонных будках Сибуи спрятаны особые устройства. Поглотив призрака с помощью катасира, зайдите в будку, чтобы отправить его в безопасное место. За пределами завесы. Там их ждет Эд, друг Кака. Он поможет им вновь стать людьми и вернуться в мир живых. Чем больше призраков вы спасете, тем больше получите очков опыта. Постарайтесь спасти всех, кого сможете. Так, а здесь никаких тайничков, по сути-то, и нету. И пройти я не могу. Жаль. Думал, возможно, что-то будет спрятано. Потому что такой уголочек. Хорошо, эта телефонная будка у меня на карте уже отмечена. Так, иди на второй этаж. Окей. Сейчас пойдем на второй этаж здесь. Так, стоп. Эд, это твой знакомый? Он еще жив? Было бы неплохо. То, что мы задумали, не пошло ему на пользу. Для начала нам нужно снять защиту. Окей. Это твой знакомый? Так, стоп. ЛКМ плюс ПКМ. Так, зажать тап. Окей. Хорошо. Так, что это за квартира? Зайдешь, увидишь. Знаки. Знаки необходимы для устранения завес и других препятствий. Чтобы сложить знак, используйте мышь. Следуя указаниям, а затем зажмите ЛКМ и ПКМ. Окей. Ничего себе у тебя тут. Так, задание выполнено. Хорошо. Собачий корм. Непонятно пока, зачем собачий корм. Мы его тоже есть будем. Но он, типа, из еды самый дорогой был. Возможно, у нас будет помощник пес. Данные о магнитном поле. Показания приборов. Точки А и Б без изменений. Точка С стабильный рост. Точка Д без изменений. Точка Е показаний нет. Неисправность. Что-то тут не так. Надо сказать остальным. Я так понимаю, это записи Эда. Вау. Мне еще и такое будет. Обалдеть. Нравится? Забирай.
Как он к тебе попал? На старой работе были полезные связи. Кто? Где ты работал? Скажем так, я работал сторожевым псом, но прибился к стае дворняк. Не знаю, кем ты был, но уж точно не простым гражданином. Так, а стрелы ты не хочешь забрать? У тебя тут прям секретная база. Секретные базы у военных. Это просто убежище. Так, здесь я больше ничего не могу взять. Хорошо. Кто они? Мои друзья. Были когда-то. Наш друг в маске убивает, не моргнув. Нам нельзя было медлить. То есть вы пытались ему помешать? Так, хорошо. Здесь всякие разборы оружия у них были, схемы. Так, это мы уже осматривали. Хорошо. Изображение недоступно. КК. Столовые приборы убрать в ящик упаковки, выбросить на кухне, навести порядок. Приду, проверю. Справедливо. Может, ты хочешь вместо меня убираться? Нет, не хочу. Ребенок из люка. Отчет КК. О серии исчезновений, произошедших возле канализационного люка. Отыщите эту запись, чтобы получить дополнительные очки навыков духа. Окей. Но это уже мое. Забери их, мало ли что вдруг пригодится. Все, что на карте, окутано туманом. Ты все видел сам. Каждый, кто попадет в завесу, исчезнет. В смысле? То есть все, кто были в Сибуе, исчезли? Да, пропало не то 50 тысяч, не то 100, скорее больше. Не может быть. Их число меня волнует меньше всего. Важно, что где-то здесь твоя сестра и тот, кого мы ищем. Где-то здесь. Так, хорошо. Заметки КК. В городе спрятаны старые заметки КК. За каждую найденную заметку вы получаете очки навыка духов, которые нужны для усиления умений. Хорошо. Так, оружие у нас теперь есть. Можно идти дальше. Посторонний данга. Знакомься, это еда из постороннего мира. Можешь съесть, если захочешь. Правда, эффект может отличаться от того, к которому ты привык. Призрачная пища. Пища духов не только восстанавливает здоровье, как обычная пища, но и на время усиливает ваши умения. Шкала в левом нижнем углу экрана показывает, сколько еще будет длиться эффект от такой пищи. Хорошо. Нам пригодится. Список журналов. Нужны срочно. Спасибо, Ринка. Врата в загробный мир. Энциклопедия японской магии. Жизни и смерти в истории культуры. Лапша быстрого приготовления. Хорошо. Так, я слышал кота. Возможно, у него здесь тоже будет торговый магазинчик или что? Потому что, ну, я слышал, только что был. Мяу. Так, это последнее. Погоди-ка, это твоя книга? Я не рассказывал, что однажды в детстве видел Каппу. Серьезно? То есть ты с детства был не такой, как все? Так, сюда. Здесь мы были? Да, здесь мы брали корм. Хорошо, можно выходить. Завеса. Еще немного, и дом просто схлопнется. Нам надо как-то поднять эту завесу. Осмотрись. Это камень. Хорошо. Так, сюда нельзя. Давай сюда зайдем. Надо поторопиться. Да что ж ты делаешь? Открыть-закрыть, это не так важно. Что происходит? Отпустилась завеса из огромного мира, сильнее влияет на наш мир.
Если не поднимем ее, нас раздавят как лепешку. Давай, 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 давай. 26 минут осталось, ё-моё. Как туда зайти? Никак. Карманы с этим приветом уже заполнены. Слишком далеко, попробуй в него выстрелить. А R использовать лоб. Поехали. Ой, недолет. Долет. Хорошо. Стрелы нельзя подобрать больше. Это чудесно. Супер просто. Не поспоришь. Так-то. Мы еще не все камни нашли. Куда? Сюда? Нет. Выше. Так, 5 минут осталось. Нам надо ускориться. Да, ускоряемся. Так. Куда дальше? Не вижу, вижу. Открой. Что тут? Не вижу. Вижу. И это должен быть проход. Да вижу, вижу. Даже как сложно. Нет, можно пойти наверх. Не сюда. Давай, 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 времени нет. Камень. Видишь? Я не вижу. Так, куда дальше? Не сюда явно. У нас осталось 4 минуты. Хрен знает, сколько еще камней должно быть. Господи, камень где-то тут, обыщи все. Отлично. Так, ну вроде все, попустили. Успели. Никаких нервов не хватит. Выходи отсюда, а тот, кто это сделал, должен быть где-то рядом. Да сейчас, дай хоть пособираю что-то. Я там стрелы вообще-то потратил. Стрелы никто не восстановил. Можно идти. Ух, завеса вроде бы исчезла. Может, тот, кто ее создал, не успел далеко уйти. Спускайся. Только поднялся. Так, посмотрим. Тут кто-то есть. Вернее, раньше был. Значит, ты тоже их видишь. Ладно, тогда делай, как я скажу. Больк. Ого. Похоже, из-за него и опустилась завеса. Давай за ним. Это по-любому правая рука того типа, который забрал сестру. Потому что вот у них похожее обличие было такое. Обнаружено интересное место. Надо будет вернуться. Во. Куда делся? А это что? Скверно, попробуй применить мою силу, как в прошлый раз. Ядро скверны, разбей его. Отлично. Но это упрощает задачу. Видимо, скверна удерживала этих духов. Хорошо, мы там видели много скверны. Йома-фа-фа-фа-изай. Оп. Да, я буду теперь делать так каждый раз просто. Так, и куда он делся, вопрос. Потому что до скверны дошел и исчез.
След оборвался. Ожидая его, наверное, он понял, что мы идем за ним. Что ж, раз на то пошло, давай еще кое-куда заглянем. Тут неподалеку есть большое святилище. Мне кажется, там можно найти что-нибудь полезное. Давай туда зайдем. С чего бы в святилище быть чему-то полезным? Уж поверь мне на слово. Например, это твой лук, я дошел как раз в святилище. Украл, что ли? Ну, это как посмотреть. Доберитесь до святилища. Так, хорошо. Здесь мы что-то видели и... А, вот, да. Привет. Иди сюда. Интересно, куда делся хозяин? Пропал, как и все остальные. Так, хорошо. Вроде бы сзади ничего нету. Так, надо теперь обращать внимание и на скверны тоже. Разбивать эти ядра. Кстати, мы здесь уже были, что ли? Уж больно похожее место. Йома-фа-фа-фа-зай. Ты сюда. Вот, смотри, скверно. Оп. Отлично. Погоди-ка, неподалеку что-то есть. Йома-фа-фа-фа-зай. Так, а что есть? Враг есть? Ну, скорее всего, думаю, да. Йома-фа-фа-фа-зай. Вот видишь, зачем нужны дополнительные катисару? Теперь я понял. Тихо. Вот получается, мы уже заполнили свой. И больше мы не можем найти, ну, взять в него. Нам нужно будет обратно бежать к будке. А так, если есть дополнительные, мы сможем их наполнять и наполнять. Потом все разом отнести и отдать. Так, это хорошо. Что это такое? Молиться. Максимум ОС ветра выросло. Хорошо, очки. Так, вознеся молитву у статуи Дзидзо, вы навсегда увеличиваете свой максимальный запас очков силы, которые нужны для эфирного плетения. Супер. Теперь 31. Поверил чудеса, значит. Все средства хороши. Согласен. Ты сдохнуть хочешь? Я не видел там туман. Ну ладно. Его же не было видно. Сюда нельзя. Откуда же я мог знать? Смотри, там Тори. Нужно их очистить. Опа-на, у нас новые враги. Глянь, Тенгу. Если за него зацепиться, он поможет забраться на крышу. Классно. Чтобы приблизить себе Тенгу, нажмите... ПКМ. Ого, это было внезапно. Для первого раза неплохо. Притяжение и планирование. Передвигайтесь по воздуху, вам помогут притяжение и планирование. Если вы притянете себе к Тенгу, то быстро очутитесь в воздухе. Для этого нажмите Space. Так, чтобы несколько секунд планировать в воздухе, зажмите Space. Окей. Есть такое дело. Так, мне в какую вообще сторону? Так, маска льва. А квартира его. А мне вот сюда, получается. Гибельный лабиринт, святилище. Окей. А мне в ту сторону, получается. Как мне вниз-то спуститься обратно? Так, что такое? У меня драка? Не понял. С кем драка? С этими? Да! Смотри, ни хрена себе. Так, это интересно. Давай.
Давай ядро сюда. Хорошо. Как я туда никак. Там что-то большое. Так, я за этот. Как мы делали-то? Чё-то он меня не перемещает. Хм. Ой, тут я, наверное, умер. Не, не умер, смотри, зацепился за что-то. А дальше умру. Или не умру. Умру. Не, не умер. Так, нормально. Хорошо, пошли в монастырь. А эту штуку тоже можно убить? Да, ядро тоже есть. Отлично. Юмафафафайзай. Забыл я, как обратно перемещаться наверх. Вот, тут сейчас можно, а там с крыши нельзя было. То есть все верно я делал. Захват и прыжок, и все окей. Там еда. Но почему-то там с крыши либо далеко было, либо я неправильно наводил, но не сработало. А тут, получается, смогу сейчас обратно подняться. Здорово. Спасибо. Я ж так хотел и в прошлый раз. Ты меня не поднял. Так, тут можно очистить. Хорошо. Там вон тоже скверно было. Так, с этого квартала туман ушел. Так, документ 088. Аудиозапись сделана известным ученым, на ней он рассуждает о семье и кошках. Окей. Выполнение побочных заданий. Вдобавок к основному сюжету в городе вас ждет множество побочных заданий. Среди прочего, в ходе этих заданий вам предстоит искать якаев и помогать заблудшим духам. Побочные задания никак не влияют на прохождение сюжета. В меню карты видно, где можно начать то или иное побочное задание. Отлично. Хорошо. 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 Спасибо. Так, что у нас тут? Звуки они издают очень страшные. Очищай врата, чтобы нормально ходить по району. Так, а как мне туда попасть? А туда как попасть? Это я вряд ли смогу туда запрыгнуть. Слушай, ты можешь туда переместиться? Так, планировать у меня сейчас не получилось. Не, ну я туда просто не допрыгну. Да, вот тут я умру просто. Нет, не умер. Хм. Я могу, получается, с любой высоты падать? Любопытно. Так, отлично. Давно не было врагов. Вы заметили? Хм, вон как уже много эфирных кристаллов. Давайте-ка зайдем. Доберитесь до святилища, это мы помним. Йома-фа-фа-фа-изай. Так, отлично. Нужно будет скоро духов отдавать. У меня уже 8 катасиров заполнено из 12. Приглашение на соревнования. Новые рейтинговые бои. Объявляем 37-й чемпионат по игре «Бои супергероев 3». Версия 2.2. Этот потрясающий файтинг давно завоевал сердца игроков, которые продолжают раскрывать его секреты даже спустя месяцы после выхода игры. Будем рады новичкам. Соревнования проходят по средам. Окей. Спасибо. Так, что у нас тут? Давай заберем. Пригодится. Зеленый чай. Конечно, пригодится. Ну, вроде бы здесь все.
Так, хорошо, пойдем дальше. Забрал. Так. Возможно, здесь можно будет воду набирать, если будут пустые фляги. Видимо, придется им закрываться, раз все так плохо. Когда вода перестанет течь, начинает накапливаться раздражение и злоба. Накопившиеся эмоции скоро превратятся в скверный привлекет чужаков. Лучше не ждать, пока до этого дойдет. Надо подумать, где скапливается вода, и обойти такие места. Так-так, вряд ли это где-то далеко. Генеральная уборка, побочные задания, окей. Класс, копилочку разбили. Так, вот, нежданно-негаданно, так, 8 метров вниз, получили первое побочное задание. Даже на улицу надо будет выйти, или, возможно, здесь. Так, тут пусто, хорошо. Давайте посмотрим, что у нас тут. Так, о каком накоплении шла речь? Так, не с этой стороны. Песик, привет. Так, найдите место, где много стоящей воды. Ищу. О, здорово, ребята. Давно врага не было. Так, и он идут следующие сразу же. Эх, вас много-то, слушай. Давай сюда. Прям впритык подошел. Еще я с ним сделаю. Хорошо. Так, а что с этим-то происходит? Ух ты ж, ты где тут взялась? Сумасшедшая какая-то. Охренеть. Фух. Вот она реально неожиданно подошла. Потому что как-то я не обратил внимания. Я зациклился на шариках. Так, скверно. Не вижу. Все, мне нужно возвращаться назад. Я уже выполнил задание, что ли? Или это монастырь? Сейчас надо посмотреть. Скорее всего, это мне на монастырь. Так, Дзасаки-Васаки. Так, гибельный лабиринт, сюжетные задания. Хорошо. Ну, получается, вот, я нашел. Ух ты. Не хватай, что попало. Так. Как мне туда попасть? Немного задамажило, но неприятно все же. Так, ладно, давайте положим души сначала сюда. Пока уж нашли телефонную будку рядышком. Стой! Еще раз. Я же не положил. Так, обменять 970 духов на очки. Да, давай. Хорошо. Дух мужчины из-под земли. Так, процесс передачи духов завершен успешно. Мы попробуем вернуть их в тела, но на это потребуется время. Найдешь еще, отправляй. Это же записи, а не он сам. Ага, Эд не любит лично общаться с людьми. Так, отлично. Так, четвертый уровень, хорошо. Вон оно где. Я-то думаю, где это ядро? Должно же было быть где-то рядышком. Йома-фа-фа-фа-изай. Интересно,
Может быть, это место для стоящей воды или нет? Теперь все в порядке. Вот, любопытно, могло ли это быть то самое побочное задание? Потому что, ну, вот это было место, где стояло много воды, по идее. Это скверно. Но... нету отображения, что мне пора идти назад. Пойдем проверим, на всякий случай, чтобы я просто зря не искал. Или, возможно, вообще стоящая вода где-то здесь находится. Как вариант, почему нет. Но показывает, что нет, все-таки нужно выйти. Да. Ладно, пошли поищем еще. Возможно, нужно дальше куда-то отойти будет. Так, это же не открывается. Выходим. Так, спереди еще одна скверна. Ну, явно не вниз. Снизу мы пришли. Тут какая-то хрень за стеной. Непонятная, страшная, большая. Тихо. Я увидел. Сзади. Никого нету. Я заберу. Пригодится. Так. Мужчина, когда нужно продлевать водительские права? Дух мальчика, здесь кто-то есть. Много стоячей воды. Вот слишком долго вот эта штука идет, и из-за этого я, получается, могу сам себя подставлять каждый раз. Так, вот, хорошо, тут денежка. Что-то летает. Ну, это, скорее всего, телепорты, да. Так, духа я заберу. Но мне кажется, вот сейчас я не по квесту отошел так-то далеко, получается. Возможно, сейчас вот сюда придется все-таки зайти. Это место связано с этим домом. Возможно... но здесь туман. Но получается, здесь и духи есть. Хорошо, но в туман сюда я уже дальше никак не пройду. Мне будет плохо, да. А как же тогда тех забрать? Хм. То есть получается, там есть духи, их можно как-то забрать. Вот так как-то, да, получается, во вред себе. Да. Во вред себе. Помрешь, выходи из тумана. Помер. Ну что, мы должны были посмотреть, что происходит после смерти. Вот мы умерли первый раз. Но тех духов вроде мне должны, по идее, засчитать. Так, а сохранение идет аж от телефонной будки. Ой-ой-ой, да. Получается, все, что до телефонной будки, оно не засейвило. Хорошо. Будем знать. Так, ну что, ребят, на этом мы второй выпуск заканчиваем. А, главы оказались больше, чем я думал. Я думал, один выпуск, одна глава, но не получается, потому что мы все-таки хотим осмотреть что-то еще. И плюс дополнительные задания туда-сюда, и оно растягивается. Поэтому не забывайте подписываться на телеграм-канале. Там идут все анонсы, вся информация, все интересное и живое общение. Не забывайте ставить на колокольчик. Это помогает не пропускать видео. Всем спасибо, пока-пока.